Композитор Сергей Кузнецов заявил, что певец Юрий Шатунов ушел из «Ласкового мая», потому что устал от образа мальчика-детдомовца. По его словам, артист также не хотел носить костюмы, которые ему навязывал продюсер Андрей Разин. Юрия интересовали не деньги, а творчество. Он говорил Разину, что «я уже вырос, мы должны давать нашему зрителю более новую программу, так как и зритель наш уже вырос». Именно поэтому Шатунов решил начать сольную карьеру. После его ухода из группы Разин долго ставил ему палки в колеса. Юре отказывали в площадках для выступлений, так как туда звонил Разин и угрожал. Но Юра стоял на своем, несмотря на то, что у него практически не было денег. Он выступал в ресторанах, школах за совсем смешные деньги. Мы с ним созванивались, и он был такой счастливый, когда ему удавалось выступить на концерте. Он мне говорил, что я вижу глаза людей и чувствую, как они меня любят. Для человека, который вырос в детском доме, оставшемуся одному на этом свете, это было очень важно. Когда прошло время и Разин отстал от Юры, подумав, что его забыли, Юра вернулся и начал собирать полные залы. Публика принимала его очень тепло. Такой успех не смог оставить равнодушным и Разина. Он снова взялся за свое черное дело. Начались суды, обвинения, Разин ходил в различные ток-шоу, как на работу, и клеветал на Юру. Юра старался не показывать, как ему больно, но это было заметно. У него была тонкая, деликатная душа, его было легко ранить.